Доброй ночі. Рада вас знову бачити у нас в гостях. Ви, ну, як завжди, яскрава, чарівна, незабутня, напевно, особливо для тих, кого позбавили цнот, так? Ну, я думаю, да. Скільки їх було? Було три. Мальчика, дівственника. Ну, це немало, скажімо, немало. Ну, я вам пропоную про ці три рази розповісти більше, звичайно, наші Сніжані. Тому прошу, проходьте. Спасибо. Здравствуй, Алечка. Доброй ночи. Опытная ты наша радость. Три девственника, это совсем немало. Ой, ну да. Рассказывай о всех троих. Как это было? Они признались в тебе или ты сама поняла? Все трое были моими парнями. Всех троих на тот момент мне казалось, что я любила. Поэтому обо всех знала, что это первый раз, и никто никогда не скрывал. А сколько тебе тогда было лет и сколько было каждому из этих парней? Так, 17 мне, 18 парню, 20 мне, 20 парню. И так, по-моему, 21 мне и 22 парню. Ну вот где-то так приблизительно. Слушай, а на самом деле, ну, далеко уже такой не ранний возраст. 22, я согласна. Да, для лишения девственности. Это был слегка перебор, но тем не менее. Как они себя вели в этот момент? Чего они боялись? И, в принципе, как скоро после вот начала ваших отношений у вас произошел секс? Ой, ну, знаешь, мне же очень у нас все было культурно со всеми парнями, в принципе. Я же говорю, что со всеми я встречалась, а всех знала, что первый раз, поэтому все было аккуратненько. Ну, как бы изначально. Вот. А на самом деле каждый из парней, ну, как бы никогда этого не скрывал, и никто не боялся. Никто не готовился к этому. Происходило, да и происходило. Особой подготовки, типа, ты приходи ко мне сегодня, у нас с тобой сегодня будет секс, а ты там подготовься. Нет, ничего такого не было. Всегда все спонтанно. Скажи, а вот как ребята держались? Потому что вот Юрий говорил, что первые несколько месяцев действительно было сложно выдержать хоть какую-либо дистанцию. Мне с этим повезло. Ни один парень меня не разочаровал в свой первый секс. И в дальнейшем так же само. Я не могу сейчас вот рядом поставить парня, у которого первый раз был секс, и парня, у которого был там, например, я третья девушка. Разницы абсолютно никакой не было. У меня мужчины попадались очень хорошие, и поэтому я ни разу не разочаровалась. Наоборот, очень даже довольна. Скажи, пожалуйста, а в чем для тебя особое удовольствие, не знаю, или кайф от лишения девственности? О, это вообще, это моя страсть. Милый, лежи, мамочка сама все сделает. Ну, изначально да, но я тебе хочу сказать, что никогда мне этого, в принципе, не позволяли, что мамочка все сама сделает. Все парни были активные, и как бы некоторых из них даже можно выделить за особую активность. То бишь, никогда не было вот той дистанции, что вот у меня первый секс, я тут боюсь, ты за меня, пожалуйста, все сделай, а я вот поучусь и потом тебе все покажу. Нет, на самом деле, сам кайф того, что парень девственник, это когда у вас происходит секс, и потом через некоторое время вот он подстраивается чисто под тебя. Это любовник, который тебя никогда не разочарует, который знает все твои точки, который знает все положения, которые тебе нравятся. У него не было до тебя парня, поэтому ему не с чем сравнивать. Он работает чисто на тебя. Поэтому спасибо, мальчики. Мальчики, это было шикарно. Лилия, скажи, пожалуйста, а в чем психологический кайф для женщин, которые любят лишать девственности? Ну, я вот согласна с Алей, да, со всем, что она сказала, особенно про возможность научить под себя. Ну, на самом деле, это частая фантазия у женщин. Многие так озвучивают, что им бы хотелось лишить мужчину девственности. Тут много такого доля кайфа в какой-то определенной власти. И еще есть, ну, такая ключевая, наверное, штука. Каждая женщина хочет быть особенной, да, запоминающейся. И это точно такой вариант максимальной близости, когда эту женщину запомнят раз и навсегда. Ну, точно она навсегда останется в памяти. Ну, такая возможность ставить след, научить там первому сексуальному опыту, там, быть первой женщиной. Ну, это такая ключевая особенность.
Аэтика, скажи, пожалуйста, вот меня интересует, как ребята аргументировали то, особенно вот двое последних, почему они вот так долго ждали и почему они выбрали именно тебя? Я особо глубоко, естественно, не копала, но и у 20-летнего парня, и у 22-летнего парня я была первая девушка, первая любовь. Поэтому вся студенческая жизнь, я так поняла, у них прошла мимо них. Вот. Но на самом деле у меня все парни были активные, были все красавчики, такие вот жизненные позиции, очень так твердые. Я на самом деле до сих пор не понимаю, почему было терпеть вот там до 22 лет, но мне приятно. Спасибо, дотерпели. И с девственниками, в принципе, с двумя у меня был, наверное, один из самых лучших сексов в моей жизни. Даже в самую первую ночь. Мне кажется, что они этого так долго ждали, что они на мне отыгрались по полной программе. Серьезно, что они такого делали? Ну, я думаю, что сейчас каждый просто начнет себя узнавать из них двоих, поэтому я лучше не буду рассказывать в подробностях. Но мне кажется, все, что они до этого... Естественно, что никто не ждал там, девушку идеальную и не смотрел, как сказать, порнографии и не читал ничего. Мне кажется, что все, что они дочитались до своих 20-22 лет, они решили это сделать сразу. То есть все, что можно было. Но это было достаточно запоминающееся. И после, так сказать, такого опыта... Я за решение девственности парней дальше выступаю. Это, конечно, не самореклама, но если у меня будет еще парень-девственник, я буду с удовольствием приму его, так сказать. Ну и, в принципе, с каждым из парней у меня дальнейшие были отношения с одним год, с одним два и с третьим пять. Поэтому я думаю, что для каждого из своих парней, которые со мной решили деятельности, я все-таки хороший вариант попался. Но и в принципе дальше только в этом плане развивалось все. То бишь, если первая ночь была у нас отличная, то дальше, пожалуйста, все. Слушай, что... ты знаешь, тебе невероятно повезло, потому что то, что я слышала, что ребята некоторые настолько боятся этого момента лишения девственности, что да, как бы секс происходит там, не знаю, 30 секунд и все, как бы секса больше нет. Что нервничают, переживают и откладывают на потом. Тебе действительно повезло. Ну, я думаю, что я просто сама там приложила руку, чтобы довести все так, чтобы парни не боялись. Никогда это не было в первую ночь знакомства, никогда это не было, наверное, даже за первый месяц знакомства. Это все были длительные отношения, и там спустя месяц-два, может, даже больше, вот. Потому что я любительница как-то повременить с сексом, ну... как бы человека лучше узнать и так далее. И все равно каждое из отношений рассчитывались на длительные, заканчивающиеся свадьбой, детьми и так далее. Вот, поэтому у меня все мужчины были подготовлены, и в принципе я выиграла, что я знала о том, что они девственники. Ну, ты знаешь, я могу тебе сказать, что ты реализовала фантазию многих женщин 3 раза. Спасибо тебе большое, Алиса. Спасибо вам.